Ой, с хилой, вальки и спекаемся. Что ты говоришь? Кто это какой-то? Не знаю, просто какой-то толчат тоже. Просто уже стимула никого нет сейчас играть. Хоть ради интереса обогнать надо. Да не, пережали на 7 боссов нос. Мы встретились в ледовом квартале. Конечно, они на пропе мапы. Не, там просто кто-то лофнулся, и пару человек, вот, все. Не повезло. Ну то добрали, наверное, не лофнулись. Так, здесь трэш починили, сейчас стакается подавление на боссе, поэтому нужно сразу сливать его. Особенно, когда хилы выходят из портала и захиливают. Бабл, застал. Подавление. Массовое рассеивание по капитану Брэндону. Бабка. Рыба есть у кого-то? Есть. Поставь, если... Ой, бухал сейчас. Так, кто? Спекайтесь абсолютно все в хилов. Рыба. Где? Кто может хила спекнуться? Сове надо спекаться. Нет, не спекайся. ДЦ есть, Гарри. Никси Пантера, спекайся в ДЦ. Ладно, мы с длинноухим сами все захилим. Надо просто 4 портала и гим по хп даете по команде. Говорю, Ник, вы выбираете цель в таргет вальку и поете гимн на хп. Лидершторм готов? Секу. Да. Подайте лапу льду, Кристоф. Кирус, оставайся в коте, будешь бить подавление. ДЦ и Эрдру на рейде. Час 15 рейде. Алексей Пантера, подавление, вот, передание сил на меня. Сколько ты говоришь? Час 15 рейде, вот, общий ДПС из спины. Сразу подавление слить. Вверху подавите. Что? А, подавление боли не надо кидать. Кидай придание сил. Забафайте демона. Демон упал. Не ну ухи за звездочкой будешь бегать. Давай. А я у тебя тоже хулипал. Давление слева снизу. Слева справа. Нахера он подавление... Ой, блин. Че кидает придание сил? Подавление так можно? Чего? Ты наркоман? ПС-ку кинули. Завязывай. Завчук был. Давайте, придание. Году. Паладин этот, как ник, не помню, поставь ауру коня и летай за звездочкой. Подавление снизу спал. Один инвалид какой-то. Подавление, опасность. Fire.
Фаер за углом. Так, на следующих порталах будет... Я дам рост. На следующих порталах. Ставите еще один. Должен стоит. Подавление слить. Хуая. Так, Лези Пантера, выделяй Вальку, пой гимн на ХП. Сани, давай тоже пой. Вот этот уже так захилил. Короче, спел. О, вижу уже, что поешь. Идем дальше. Богдан, надо кинжал. Не, у меня есть. На милика. Пурик. ФДК. Это и мне надо, ФДК, это говно. Че, может, пойду на ханта, пока трэш, то все. Эрдру. На синдре. У вас 4 хила, да? 3. Так, так захилим. Там никто не АФКшит? Где никто? Сколько осколков в КВ? Всего 10, еще 40. Меня затянуть сразу. Отойду, Олег, на ноль. Пикайся обратно быстрее, пока время есть. Привезти трэшок? Да, веди трэш. Сейчас этого Кирита Москвы гнем, запустится ивент. Отойду пока. Гнев небес, кольцо льда дали. Oh,
Ну, кстати, концу просит. Стенки моб, блин, на ухи пошевелись. Чё все так непонятно никто? Чё? Кто-то сдохнет просто. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Запахайте, ханта. Давайте фулл баф по рейду. Да вот там ФК. Кулак лапы.
А то он и будет, чтобы фукашить. Давай, погнали, время вообще нет. Да, да, есть, есть, есть. За 20 минут или час начнем? По ДК кулак вставьте. По ДК? Да, вместо креста, блядь. Да, кидай. Казак, раздай всем кулаки, давай, раскрой глаза. Не, обратно каску, не та. Сюда, супер. Каску по ДК, Денис. Дали, дали уже. Короче, сделал потом трек, ну или сейчас уже. Носим метку либо под босса, либо в сторону хвоста. Тут стаки хлопают по рейду? Нет. Нет. Толчат, если вы будете морозить рейд, это анрол на все шмотки. Тяжко сейчас отбежали. Метки выносим вперед, держим между метками дистанцию 12 метров. Сколько мелики могут стаков делать максимум? 5. Спасибо. 5? Или больше побудет, нет. Кто? Для тебя 15. Для тебя 5, для некоторых 12. Штук 20 для ДК. Где бабычки? Гери? Бабычки, конечно. Давайте метки, забыл сказать. О, слили, слейте метку. Вас наслили. Ладно. Перус, подними манажера. Хера. Давай. Линухи, дай тоже этому рост, манажеру домашний. Дайте бафы по магу. Бейте босса под ростом. 20. Отбежали. Манаж хочет потестить. Будет ли под аурой скорости замедлять рейд на притяжке? Сейчас набираете 10 обморожений, а вы думаете, что хилов освобожден у всех, не? Давайте метки в сторону, набираем дистанцию. Прежде за метки подбивайте до, сколько там у нее ХП, до 200 тысяч. Давайте метки быстрее, мою метку слить. Квадрат. Первую метку в сторону хвоста. Бибаб в сторону, от черепа отошли. Метку его не бить, пускай умирает, бейте босса. Кидал, блять. Следующую под босса несем метку. Манажер под босса, прожмись, милики, отошли в трусы. Куда ты пошел?
О господи, давайте в трусы и тяжко будет. Сакру прожми. Давайте гимн отхил, кто успел спрятаться. Следующий под босса. ДМС под босса. Зажимай. На мне тоже стаки. Это походу вайп. Нет. Бейте, бейте метки сейчас. Под босс ледошторм, Войд, подними с панелу. Милики отошли. Подойди, казак, куда? Олень. О, господи. Сливайте метки, следующую метку в сторону хвоста. Следующая притяжка вроде, не? Помолчи, в сторону уноси, суслятинка. Сливайте метки, следующую метку под босса, суслятинку сливайте. Под босса он летаем, захильте он летаем, метку с суслятинки слейте. Спрятались за метку сейчас. В ромбик встали, притяжка, не бить метку. О боже мой, как у... Да, и... Давай, просто... Ладно, в сторону уноси. Метку слева слить. Так, ну тупо, сука, никто не хилит. Под босс. Если есть у кого-то гимн отхил, спойте сейчас. Метку слить. Там 7%, может, в сторону? Да, в сторону сейчас. Да это жесть, конечно. Ни хрена, сколько это вас. Это просто успех, или Талик выпал. Давайте этот Талик и ботинки Манажова дадим. Я только за. Здесь он выразит. Так, ДС. Покоритель. Пиздец. Салдведер получал, не? Нет. Тогда Ферус, передай ему печеньку. Завоеватель. Салдведер. Давайте бегите, уже идти прям надо. Меня такси ждет. Да, да, да. Короче, сейчас чему выносим в трэш к протопалу? Так, если вы заливаете осквернением рейд, я вас кикаю с рейда. А если вы не выносите чему, вы не ролите вещи, которые выпали во время боя с боссами. То есть талисман, ботинки. Всякую хер там парашу. Да, я выиграл. Почему по груху еще разыгрывали? Я раз выиграл багруху, и Олег забрал себе, типа, в ГБ положить. Итоги, блядь. Смотрю на аукцион, блядь, а там багруха лежит. Ну, заебись. Ох. Ну да, правильно, сейчас то же самое будет. Я запускаю. Не ролите, контрола пойдет. О, смотрите. Чатовские пацаны пошли туда. Ладно, пошли с ними. Мы пойдем туда. Короче, РТД зон стоит в звездочке, где тотемы. Кружок это протопал. Туда выносим чему. Мелизона, череп.
На заводник выбегайте в кружок. Ты пройдешь через это. Давайте по станам. Это первые вальки. Первые вальки. Гилтис, кружок, казак, слава, кром, трусы, ферус. Посмотрим, что вы застанете. Вторая волна валик, там кружок, Целдведер, Деймос, ромб, трусы, перус тоже. Вот. А кто диспелит? Нет, это не ваши проблемы, кто диспелит. Бейте боссы. Звездочку встали, точечно в звезду. Чума 5 секунд, сейчас будем выносить в кружок. Одна секунда до чумы, смотрим. В идеале. Чума 3 секунды. Один. Чума на ферус. Выноси. Ты под спринтами. Ё-моё. Улетел? Нет. Инвайт гик. Улетел. Да, улетел на ловушке, все верно. Второй шарп еще сберешь. Процентажа, кстати, нет. Так что подсказывайте. Давайте все на край. Чумы не будет. Под мордой у духа не стоим. Рейндж все набрали. Это Лекси Пантера. Давай гимноману. Я спою. Ой, поставлю тотем. Киритамаска, ты конченый что ли? Бей шары. Это жесть просто, нет слов. И это гильдия Dark Stars. Еще правильно все делает, пускай босс убьет пока. Ну он прям на... Кирита Маск, забегай на шар. Деймос, иди побей босса в мили-зоне. Я достану, интересно. Я пока достаю. А, я не достаю, чувак, уже. На сферке. Не улетите на сферке. О, вот это было опасно. Ну, сферку бейте, три приста. Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Встали в звездочку. Вот так вот встали в звезду. Там кружок, гильдиас, казак, ромб, стань, ферус, трусы. В звезду встали. Сливайте, валик. Через кружок играем. Робот Ром неправильно стоял, короче. Да ладно. Пиздец. Долили ромб. Цели стоял, блядь. Пиздишь. Давайте опять дали. На первых вальках будет осквернение. Кто зальет осквернение в рейде, тот будет кикнут с рейда. Короче, на первых вальках расскажет. Целдведер, кружочек, Демос, ромб, ферус, трусы. Прожмешь сакру, мастер ауру надежды нет, прожимать. Смотрим. Портал на скорбление, рейд к трону, отошли. Так, я в звездочке. Кружочек играем. Кружок, ромб, ромб замедлить. Где стан по ромбу, Демос? Прожмись, васап, я в кружочке. Давайте помашем трусам, пока. Прощай. Помахать. Так, в центр не идем, осквернение будет. А сколько процентов, кстати? 43. Давайте, после осквернения все на край идем. Все, да. О, бибо, господи, боже мой, помоем. Так, руку. Давайте все на край. Повезло.
Бог. Сука. Слава Господу нашему Иисусу. Не, а самый главный ник еще такой, пацаны. Смотрим на звезду. Звезда бежит к нам. Звезда спасена. Осталось только улететь на шарах. Давайте, кто не пел гимн Аману, спели? Тотемы, если есть, ставим. Не выебал невесту. Ты говорил, скучно догонять рейд второй, тут в своем интересно. Давай сейчас посмотрим, где они. Уже на лече, они где-то, я знаю, не шар добить. Встали возле звездочки, добиваем духа. Ждем, пока лич придет сюда, к звезде. Так. Полетаем. Летаем, не собьет каст, и лич станет большим, мы вагнемся. Идем на другой край. Так, бибап, отрывай духов. Вместе с протопалом. Так, духи спустились, все отбежали от духов. Вот, молодец, Биба повзрывал. Ноль, ладно. Лалана умирает смертью храбр, рак. Что он там делал под духами, никто неизвестно просто. Няшечка. О, мы обогнали этот рейд, там долбы какой-то лужи за как написал Гиви Чума. Если было бы на бибапе осквернение или на монажоре туда, ты голова освещает, а там на Кирита Маске осквернение. Давайте опять за звездой опять идем. О нет, казака схватило. Господи, давайте добьем быстрее. Казак, ты знаешь, чем сбить каст? Молот правосудия, волшебный поток, гнев небес, изгнание зла. Если у тебя 10 скинов. Духа в таргет возьми только, чтоб бить, когда он кастовать начнет. Все уже. Менее ебать. Давайте стопнем ДП, чтоб плеч вырос. Это вайп. Это вайп, сход. Сколько времени? Вас эта шутка еще не ебет, нет? Можно коня порвать? Не, ну тут у нас есть на кого надеяться. Конечно, можно. Да можно порвать. Час 47. Час 47 с пула ребра? Да. Жесть. Когда-то проносили это дерьмо за час 30. Да.